получили финансирование от РКФР на приобретение сырья. Уже на буквально на текущей неделе мы получим финансирование первый транш на закупку этой ткани. До этого мы закупали эту ткань на собственные средства. Но для того, чтобы масштабироваться, произвести больше, нам нужно было это финансировать. Компания занимается производством специальной защитной одежды для сотрудников горнорудных компаний, нефтеперерабатывающих и такого рода компаний, где есть защита для сотрудников, то есть есть угроза жизни и здоровья. Заключили контракт на поставку специальной ткани, которая одобрена Роспотребнадзором и рекомендована для производства защитной одежды при работе с зараженными COVID. Расширение было вот этих товаров, демонстрирование, как верить от нашей.